Быстро выдвинуться в назначенную точку и в кратчайшее время наладить сообщение с командованием – задача военных связистов. Современная связь – сложный организм, способный обеспечивать контакт практически на неограниченную дальность между объектами во всех трех стихиях – на земле, на воде и под водой, в воздухе. Обучает военных связистов на Черноморском флоте хрупкая женщина, капитан морской пехоты Наталья Николаевна Бирюкова. Я командир взвода, мне в подчинении личный состав срочной службы, контрактной службы. Мы занимаемся тем, что мы обучаем специалистов конкретно, вот я в связи, да, мы обучаем специалистов для работы на средствах связи, и чтобы они могли как бы дальше там работать. К службе Наталья привыкла с детства. Военные в семье уже были. Но, как она сама шутит, окончательно будущую судьбу решила случайность. Семейный совет такой был, и мы обсуждали дальнейший мой путь. И параллельно по телевизору идет передача по каналу России, в которой показывали девочек, военнослужащих, курсантов, которые учились на Черкасском военном училище связи. Ну, конечно, я загорелась, форма, девчонки, все так красиво, они шагают. Я говорю, мам, давай, может, попробуем. Дальше 5 лет напряженной учебы. Огневая подготовка, ориентирование, строевая, работа с оборудованием. Мы учились так же, как и мальчики. У нас был курс молодого бойца. Так сказать, как бы немножко шокировано, когда мы только вот от мамы и сразу вот такие вот полевые условия. Связисты должны уметь работать в любую погоду, в любой местности, в любое время дня и ночи. От выучки специалистов зависит, насколько успешно выполнят боевые задачи весь флот. Своих учеников Наталья гоняет так, чтобы довести навыки до автоматизма. Я горжусь тем, что я нахожусь на службе, тем более еще в Черноморском флоте, это вообще круто. Когда я своим однокурсницам, они там созваниваемся, где, да, они такие, ого, как круто. Я говорю, ну да, вообще морская пехота вообще. У человека должно быть именно в душе вот рвение к военной службе, да, чтобы он был готов ко всем, потому что это все-таки тягость и лишение. И это не всегда, допустим, сегодня, допустим, у нас мирное время, а завтра, не дай бог, и он должен быть готов к этому. После тяжелого рабочего дня дома Наталью встречают 2 сыновей и дочка. Дети определенно этим гордятся, дочка тоже кричит, я тоже капитан, у меня мама капитан, я буду капитаном. Людмила Замятина, Александр Листопад, Севинформбюро.